Всем привет, бродяги, с вами я, Белый Мишка, и это Сталкер Онлайн на ЕКБ сервере. Я продолжаю выживать, и вот я уже начал замерзать. Да, давайте, наверное, костерок разведем. Почему бы и нет? Немножко погреемся и отправимся в путь. Что же я вам хочу рассказать? Пару дней я здесь потусовал, немножко побегал по аномальному полю. Особо ничего не нашел, нашел только... Всего лишь один хороший артефакт, это щит Гамма. Щит Гамма, на поясе ничего у меня нету. Да, я бегал вот по этому аномальному полю. Сейчас мы посмотрим, где я нахожусь. Вот тут я нахожусь, а бегал я вот где-то здесь. Ну вот, нашел один артефакт. И что самое интересное, пока я спал, мои магазины исчезли на калаш. У меня были черные магазины, они исчезли, и за место них оказались рыжие. Вот такая еще одна загадка аномальной зоны. Не ночуйте в незнакомых местах. Так, а может быть мясо пожарить? Давайте-ка мясо пожарим. И хочу сбегать вот опять же на это аномальное поле перед тем, как идти дальше. Может быть повезет, найду еще пару хороших артефактов. Ну, а может быть и ничего не найду. Все может быть. Хорошо, что магазины совсем не исчезли, а то был бы номер. У меня, правда, тайга есть, но все же. Так... Контейнер у меня с двумя артефактами есть. Хотя бы сегодня три хороших найти. Я для себя решил, что в контейнеры буду класть только хорошие артефакты. Там гамма, дельта, эпсилон. Бета не буду класть в контейнер. Пусть висят на поясе или в рюкзаке. Не более того. Так, вот у меня сайга еще с одним патроном. Нужно зарядить ее. Сталкеров я здесь не встретил, одного не видел. Сколько здесь тусовал. Ну, тут такое место на отшибе. Кто сюда припрется-то? Так, ладно. Костер. А может быть, пока горит костер, мы сможем сбегать, посмотреть артефакты. Ну, хотя бы по краешку вернуться. О, почему бы и нет? Надеюсь, костер за это время не потухнет. Погнали, посмотрим. А тут сразу с края, вот если выйти, начинаются аномальные поля. Уже более-менее тут освоился. В принципе, неплохое место. Ну и недалеко можно развести костер, согреться, если что. Тоже очень неплохо. Никого вроде нету. Тут медведь, по идее, где-то должен обитать. Но это не точная информация. Может быть, обитает, а может быть и нет. Пока не встречал белого медведя еще. С тезкой бы неплохо бы встретиться. Главное, чтобы он меня не сожрал. Так, ну вот, вот это аномальное поле. Я далеко туда убегать не буду. Пошарюсь тут с краешку. Может быть повезет и артефакты начнут рождаться. Хотя бы для поднятия настроения сталкера найти какой-нибудь арт. В начале ходки это было бы неплохо. А что у нас? У нас... Вечер уже скоро, да. Скоро вечер, но ничего там страшного нету. В принципе, даже ночью более-менее светло. Выживать можно. Снег. Ух ты, ты чуть не влетел. Да, вот тут аномалии есть, побегаю здесь. Но я не хочу здесь задерживаться, я хочу отправиться дальше, исследовать. Дальше вниз. На юг, можно так сказать. Не думаю, что там будет теплее на юге, но все же. Пошариться, посмотреть, что там интересное будет. Конечно, охота задержаться здесь, но... Рябиновка у меня не вечная. Рано или поздно она закончится. Долго находиться на одном месте я не хочу. Хочу пошариться, посмотреть. А вот впереди еще аномалия. Ну что, погнали. Без артефактов.
Сейчас вот круг еще такой нарежу вокруг вот этого небольшого холмика и вернусь назад на остров. Буду надеяться, к этому времени костер еще не потухнет. Я успею забрать мясо. Но если потухнет, ну ничего страшного, это в принципе и нету. Костры у меня есть, древесина есть, спички есть. Собак тут много ходит, да еды у меня с собой достаточно. Я затарился с пайками. Много я не ем, поэтому мне хватит надолго. Артефактик бы найти какую-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой, чуть-чуть в аномалию бы и влетел. Ух, пронесло. Так, ладно, давайте возвращаться обратно к костру. По времени, мне кажется, я уже не успею. Он, наверное, потух. У меня одна минута. Осталось 10 инъектора. Поэтому за минуту я должен добежать, если костер там горит, еще погреться. Ну, а тут уже рванем дальше. Эх-то, хотелось бы сейчас артефакт найти, но, как видите, пока не везет. Поглядим, что будет дальше. Давай, сталкер, беги, беги, быстрее. 37 секунд осталось, скоро будешь замерзать. Можно вколоть, конечно, еще один инъектор, чтобы двойной эффект был. Давайте вколем. Костер костром, но мне же нужно бежать дальше. Двойной эффект будет намного лучше. Да? Кто тут шариться будет на отшибе? Да, за последние пару дней вот этот небольшой развалившийся домик стал мне домом. Но его нужно покинуть. Не, на костер я не успел, слишком долго я отсутствовал. Потерял 6 кусков мяса, но, как я и говорил, ничего в этом страшного нету. У меня мясо есть, я сухпайки. Ну что, надо противогаз одеть, я думаю. А, перекусить надо перед долгой дорогой. Перекусить, попить воды. Вода у меня еще есть в бутылках. Выпьем. Ну и, конечно, во фляжках. На следующем костре надо будет вскипятить. Все, одевай противогаз. Все-таки аномалии, радиации. Ну и рванем отсюда. Дальше. Хочу я отправиться ниже. Так, так, так. О, костер. Интересно, интересное кино. Вот тут у меня отмечено на карте. Это, судя по информации от других сталкеров, ну, которую я запомнил до того, как еще сюда пришел выживать. Надеюсь, память меня не подвела. Я примерно расставил метки. Ну, как я их помню. Будем надеяться... Там действительно есть то, что мне нужно. А вот именно костер. Попробую добежать до туда. Ну и, конечно, буду искать артефакты. Хочу все-таки бежать туда вниз, в неизведанные края, которых я еще не был. Ну, раз мы вышли, может быть, еще кружочек нарезать по этому полю. Ну, что-то какое-то оно несчастливое. Вот за пару дней, сколько я тут отвисал, нашел всего лишь один гамма-щит. Даже бета не было. Может быть, невезучее поле, а может быть, и мне так не везло, неизвестно. Может быть, я не в то время ходил, может, тут уже сталкеры все до меня собирали. Поэтому долго мы тут задерживаться не будем, пойдем дальше. Рябиновка у меня еще действует, у меня вот еще этот укол и еще 18 на 18 осталось. Ну, в принципе, должно долго хватить. Там посмотрим. Да, здесь я уже был, но раз мне все равно в ту сторону, пробегусь еще раз по аномалиям. Вдруг за это время что-то появилось. Почему бы и нет?
Это аномальная зона. Никто не знает, что будет. Через 5 минут. Ох ты, чуть не влетел. И пойду я также по берегу, наверное. В горы углубляться я сильно не буду. Объект интересно найти бы. Ну вот у меня на карте отмечено, там обломок самолета, насколько я знаю, должен быть. Ну примерно где-то вот здесь, но неизвестно точно это, не точно, по рассказам других сталкеров. Сейчас проверим, может быть, действительно есть. О, тут еще аномалии пустые. Говорят, артефакты видны в бинокль. Но пока здесь достанешь бинокль, пока посмотришь в него, 10 раз замерзнешь. Ну вот, какие-то аномалии, давайте посмотрим. А дальше ничего вроде не видно. На горах, там. Ну, вроде нет ничего. Ну, конечно, мне привычнее проверять аномалии камнем, потому что ты не только артефакты ищешь, но и прокладываешь себе путь сквозь аномалии. Бинокль это, конечно, хорошо, но... Камень надежнее все-таки. Так, вот, часть. Где-то здесь она должна быть. Наверное, у меня инфа неверная. Не вижу я, по крайней мере, ее. Не вижу. Значит, инфа неверная. А, нет, вот, смотрите, вот что-то лежит. Ух ты, а как-то под таким углом не видно, смотрите. Ух ты, загадки аномальной зоны. Все-таки инфа неверная была. Ну-ка. Никакого диалога не появляется. Что такое? Непонятно. Опять одна загадка. Ну, да, действительно, часть какая-то есть самолета. Только почему-то не срабатывает. Ладно, оставим эту метку на карте и пойдем дальше. Рано или поздно разберемся, почему не срабатывает. Это по заданию от НПСников, который я взял, когда только пришел сюда. Так, ну что, давайте карту посмотрим. Я пойду. Вот еще какое-то поле есть. Вполне возможно, тоже аномально. Мне нужно перевалить через вот этот хребет, я так понимаю. И окажусь на той стороне. Ну что, пойдем туда тогда. Хотя вот есть аномалии. Бы захудалый артефактик найти. Настроение повысить себе, а то холодно. О-о-о, кто-то бежит, смотрите. Сталкер, интересно, он видит меня? Давайте я с ним поздороваюсь. Ох ты, хотел я только с ним поздороваться, и он меня убил. Опытный сталкер увидел меня. Ну что, мне тут ничего не остается, как только... пойти в безопасную зону. Не просто он так тут шарится, значит, тут есть артефакты. Злодей какой. Плохой, наверное, сталкер, раз убил меня. Ну и вот моя очередная смерть. Недалеко я отошел от своего домика. Вот пока сидел в домике, там бегал по краешку, жив был. Как только вышел куда-то вглубь зоны, и сразу меня убили. Ну, а мне тут ничего делать не нужно. У меня ресурсы, в принципе, все на месте. Я особо много не потратил. Нужно отправиться дальше. Но, опять же, он где-то здесь бегает. Значит, давайте мы пойдем, наверное... Ох, а далеко-то мне идти. Может, пойдем по другой стороне, вот по этой? А почему бы и нет? Что я теряю? Все равно пойдем на юг. Ну, только пойдем немножко по-другому. Ну, погнали. Может, прям сразу в горы? Не, давайте все-таки обогнем. Пойдем на юг, только по другому берегу моря. А тут можно пройти? Тут скалы, не знаю. Но тут-то по-любому пройти можно. Вот. А может,
может быть, здесь пройти? Давайте вот мы здесь пройдем. Далеко слишком убегать не будем. О, а тут собаки. Да ладно, что я, собак не отстреляю, мелочи какие. Мы их обогнем просто по скалам, по краешку вот так вот. Лишний раз патроны не тратить, все остальное. Это пока у меня хорошо, дефицит патронов нету, а вот со временем они будут кончаться, кончаться и будет плохо. Пока вот с калашом бегаю, но скоро, я думаю, на сайгу перейду. Нормально. Двигаем дальше. Ну что, в горы полезем? Да полезли в горы. Почему бы и нет? Дорога вроде туда ведет. Да, вот. Типа дороги. Похоже что-то на дорогу. Пойдем. Может, где-то в горах найду еще аномалии. Все может быть. Тропинка такая неплохая. Заберусь я прямо на самую вершину горы, оттуда на окрестности посмотрю. Может, что интересное там увижу. Ух ты, ё-моё, замерзать я уже начал. Ну-ка, давай-ка вкулим. Так, ну что. Вот хочу прям в самую высокую точку забраться. Иду я, в принципе, правильным курсом. Да нет, здесь наверху, наверное, аномалий уже нету. Аномалии я заметил, они в основном в низинках, на склонах гор. Залез. Так, а там вдалеке еще одна гора. И вроде такой более-менее спуск пологий. Ну, наверное, туда и двинем. А, нет, вон еще самые высокие горы. Полезем туда, наверное. Тем более, вроде там дойти можно. О, аномалии. Есть аномалии. Опа, щит гамма. А вот это я удачно зашел. К этим аномалиям нужно подходить осторожно, прям по полшажочка, чтобы не умереть. Коварные аномалии засасывают на раз-два. И его сразу в контейнер, потому что это гамма. А кстати, можно сказать тому неизвестному сталкеру, который меня убил, спасибо. Если бы он меня не убил, я пошел бы дальше. И не факт, что я там что-то нашел бы. А тут вот сразу вышел. И артефакт. Неплохо. Как же он меня увидел? Наверное, что-то секретное использует. Какое-нибудь знание об аномальной зоне. Я-то, по идее, типа призрак, они все меня могут увидеть. А то меня как-то разглядел. Так, ну что, двигаем. Вон еще аномалия. Может, тут есть что-нибудь еще интересное?
Где один артефакт, там может быть и второй. Так, а как пойти туда-сюда? Давайте вот здесь поднимемся, наверное. Так, а вон там какие-то камни. Может быть, там есть площадка для разведения костра. Все, может быть. Опа, еще аномалии. Так высоко в горы они забрались. Так, стоп, а может быть вот здесь спуститься где-нибудь? Ай-яй, сталкер, спускайся, ну только аккуратно. Быстрее, 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 мчись, сталкер. Фух, это хорошо гора была. У меня притяжение вниз потянуло, я вылез из этой аномалии. Так бы не гора бы, а на ровном месте мог бы и не вылезти. Фух. Отдохнем, вроде спокойно. Собаки там бегают, но собак-то мы отстреляем. Надеюсь, там медведи в горах не водятся. Опа, еще одна аномалия. Да тут неплохое место. Тут вот артефактов пока нету. Так, мы здесь по краешку пройдем. Да должен. Опа, пробежал. Так, стоп, там еще одна аномалия. Без артефактов. Как же мне тут пройти-то? Так не обойдем. Так опасно. Может быть, на гору прям? Ай-яй, не скатывайся, сталкер, не скатывайся, а то сейчас в аномалию прям... Ух, ух, пронесло. Нет, там определенно что-то есть. Какие-то камни, что-то интересное. Наш путь лежит определенно в ту сторону. Да нифига тут ничего интересного. О, флаг. Флаг СССР. Я нашел флаг СССР. Это по тому заданию, которое мне сталкер давал. Флаг. Да, Петрович. Петрович мне давал задание найти этот флаг. Ну что же, я его нашел, и давайте поставим метку на карте. Где я нахожусь? Где-то здесь. Так, сделал я пометку в ПДА. Я думаю, здесь костер можно развести. Да, по-любому, по-любому. Давайте погреемся, тем более как раз начал замерзать. Ровную поверхность нужно найти. Все, погреемся. Мяса-то у меня нету, ну ничего страшного. Так, а что тут интересного? Костер. Кострище, вернее. Палатки, лопаты, залезть туда нельзя. Тут и ночевать можно. Спальные мешки. Но в любом случае тут можно развести костер, и это уже большой плюс. Давайте погреемся и посмотрим, куда же двигать дальше. Ну а путь наш лежит дальше, наверное... На запад пойдем, да, на запад, потому что в востоке, вот тут часть, где-то сталкер меня вот здесь убил. Может быть, он тут как раз на этих полях и шарится, а мы пойдем вот сюда. Вот тут вот тоже какое-то место непонятное. Может быть, здесь и есть какие-то аномальные поля. Вот тут как раз спустимся и прям туда пойдем. Ниже, 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 ниже. Разведаем. Разведаем обстановку. Ладно. Уже скоро ночь, ну, долго я тут греться не буду. Потопали, а как бы нам лучше спуститься? Да вот не знаю, наверх прям напрямки пойдем. Ну да, вот типа такой дороги, искусственной, можно сказать, это искусственная дорога. Их на карте видно. Такие широкие впадины. Но в них как раз любят появляться аномалии, нужно быть аккуратным. Тихо.
Спокойно, спокойно, сталкер. Главное, не нервничай. И тогда ты не попадешь в аномалию и будешь жить. Вот спокойно пока. Ладно, идем к берегу. Опа, аномалия. Пошли аномалии. Все, одна что ли была только? А нет, вот вдалеке. О, а вот теперь они уже прямо на проходе стоят. Вот это, конечно, опасно. Вот еще одна. Пройдем мы между них? Это должны. Опа, щит бета. Ну, конечно, не то, что хотел найти. Но пошли артефакты. И это уже радует. Так, ну вот эта аномалия тоже опасная. Нужно по чуть-чуть. По пол шажочка к ней подходить. Ну давай. Еще пол шажочка. Нужен, нужен, нужен. Отлично. Ну, этот артефакт я повешу на пояс. Если умру, то я знаю, кому его отдать. Тут, конечно, по дешевке принимают, но все же. Не пропадать же добром. Так, как бы мне обойти-то? Ну, вот здесь вроде проход есть, потопали дальше. Да тут и аномалии есть. Не, удачно и так зашел. Может быть, еще что-нибудь найдем. Я выхожу вот на открытую местность. Нужно быть аккуратным. Вдруг как какого-нибудь еще сталкера встречу опытного. Ну и собаки. Нет, я думал, аномалии закончились. Нет, вот они есть еще потихоньку. Ну, куда они делись? Надо с карты сориентироваться. Ну что, вниз пойду, наверное. Вниз, вниз, вниз и вот прям до сюда. Тут, по идее, должен быть какой-то проход. Ну, пойдем потихоньку. Там видно будет. Так, это что такое? Кусты какие-то. Да, есть тут растительность, но, правда, ее очень мало. Какие-то засохшие кустики иногда встречаются. А так, в основном, один снег, снег и снег. Опа, замерзать начал. Найти бы место для разведения костра и для ночевки. Ну, будем идти вперед, может быть, чем-нибудь найдем. К воде сходить, что ли? Даже не знаю, охота и туда пойти, и туда, и туда. Глаза аж разбегаются. Да ладно, торопиться мне некуда. Потихоньку будем изучать. Пойдем вдоль гор, наверное.
А вот аномалии немножко дальше от гор. Нет, тогда в сторону аномалии пойдем. Пусто. А вот еще одна аномалия. Планы резко меняются. Значит, пойдем не вдоль гор, а спустимся немножко ниже. О, да тут их много аномалий. Да, значит, это аномальное поле. Я думаю, стоит здесь задержаться на некоторое время. Пошариться, посмотреть. Чем дальше в лес, тем толще партизаны, как говорится, да? Аномалии пошли, но пока пустые. Определенно артефактов стало меньше. По слухам сталкеров, раньше их было намного больше. Ай-яй, чуть не влетел в аномалию. Давайте биноклем посмотрим. Тут прям поле, в принципе. Может быть, действительно биноклем какой-нибудь артефакт увидим. Сейчас глянем. Да нет, не видно вроде. Аномалии видно, вон прям полно там. Артефактов не видно. Пойдем по старинке их искать. Вот заодно проверим. Я сейчас посмотрел бинокль, ничего особо не обнаружил. А если сейчас появится артефакт в аномалии, значит бинокль не помогает. Ай-яй, аномалия. Ух, засосало, сталкер, выбегай быстрее. Ух, выбежал. Краешком меня аномалия зацепила. Нормально. Жить можно. Слишком я разогнался, думаю, тут нет ничего, тут их прям 3-4 вместе. О, щит гамма. Ну я вроде смотрел. Бинокль, не заметил. Ну чё, действительно бинокль, получается, это слухи, он не помогает в поиске арты. Не знаю. Давайте попробуем подобрать. Так, полшажочка, еще полшажочка, и еще половинку. И еще последний нужен. Отлично, попираем. Два щита гамма уже. В контейнере, конечно, 3 щита гамма. Блин, ну неплохо. Давайте назад отступим. Мне определенно здесь начинает нравиться. Хоть и холодно, конечно, но... Артефакты вроде есть. Правда, только гамма. И бета. Выше я ничего не находил. Вот, первый инъектор с рябиновкой я потерял. Теперь буду пользоваться еще одним. Как отсюда выйти? Так, вроде вышел. Так. Нормально. Прям какая-то западня из аномалий. Столько их тут. А вон впереди еще куча, прям видно. Их можно же отличить по таким вот белым снежинкам, которые летают. А я чуть-чуть не попал.
Блин, да их тут реально много, прям вообще немерено. Надо запомнить это место. Ну, в принципе, я уже понял. Вот на таких низинках, прям действительно поля аномалий. Но вот повезет найти ли там артефакты, это уже другой, конечно, вопрос. Но то, что аномалий тут полно, это точно. В каких-то низинках их меньше, в каких-то больше, но, в принципе, это как раз вот места скоплений. Так. Что ж, двигаемся дальше потихоньку. О, они еще не кончились, еще есть. Может пойти где-нибудь на берегу, поискать место для разведения костра? Какое-нибудь очищенное. А то скоро будет плохо мне. Надо немножко отдохнуть, погреться. Рябиновка это, конечно, хорошо, но костер намного лучше все-таки. Пойдем туда. В сторону воды и посмотрим, что там интересного есть. Да ё-моё, аномалии прям не кончаются. Их тут столько. Что ж, глаза разбегаются. Но вот артефакт пока не особо. Вроде кончились. Так, пойдем к воде. Где у нас тут карта? Какой-то спуск тут. Не знаю, куда даже направиться. Наверное, до воды дойдем. Попробуем найти очищенную площадку, чтобы развести костер. Может быть, что-то и найдем. Но вон какие-то скалы. Ну, это, скорее всего, просто скалы. Не знаю, стоит ли туда топать. Это шаг назад. А нам нужно вперед идти. Поэтому погнали. О, а здесь воды не, набрать не получится. Шлеп, шлеп. Главное не утонуть. Шлеп, шлеп. Так, в одной фляжке у меня один глоток. Шлеп. Наполнить грязной водой. О, отлично. Рано или поздно костер-то я найду, где развести. И вскипятим про запас. Ну что, потопали дальше. Вот хочу на эти горы залезть, посмотреть. Может, что там интересное будет. Тем более, рельеф местности позволяет это сделать. Примерно где-то здесь, наверное. Я уже проголодался, но предлагать снимать пока не хочу. Он немножко от мороза помогает, защищает. Чуть-чуть, правда. О, я на вершине. Вот она, как оказывается, все. Ничего тут интересного нету. А можно пойти по вершине дальше. Наверное, так я и сделаю. А какие у меня еще варианты? Пойдем по вершине. Вариантов, конечно, много. Я тут слукавил. Можно спуститься вниз. Но по вершине, наверное, будет лучше. Издалека будет ее видно больше. С высоты. Да и вроде тут такие более-менее тропинки есть. Можно шлепать по снегу. Ага, ты опять наверху. Не, сюда я уже не залезу. Но, видать, придется спускаться. Ой, сразу наткнулся на аномалии. Они тут прямо запланили все.
ничего нет. Двигаем дальше. Ой-ой-ой-ой-ой, чуть не засосал аномалию. Фух, вовремя я заметил. Да ё-моё, я зашел прям в скопление. Они тут и не думали даже кончаться. Здесь вроде должен быть, по идее, проход, но такой вот небольшой. Не знаю, получится ли мне здесь пройти, но я попробую. Пробежать? Рискну? Давай, сталкер, нужен. Опа, пробежал. Фух. Ну, вроде тут чисто. Радиация бьет, надо подлечиться немножко. Никаких ровных площадок, ничего. Только скалы, аномалии и снег. Ну и, конечно же, мороз, куда же без него. Угу. Ну, мне ничего не остается, как идти просто дальше. Получается, я вышел еще к одному полю. Вот такое небольшое поле. И, скорее всего, тут тоже много аномалий. Сюда бы зайти. Ладно, пойдем вперед через это поле. Мне нужно найти место для ночевки. Хоть и скоро утро, пока я тут шляюсь, но ночевка это не обязательно ночью. Можно и днем отдыхать, спать, набираться сил. Вот проход на это поле, и сразу его караулит аномалия. Коварная какая. Мы обойдем тебя. Еще одна аномалия. Да, походу еще одно поле аномалии. Опа. Щит-дельта. А вот это уже интересно. Эх, коварная аномалия, конечно. Давайте на полшажочка. 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 Еще полшажочка. Ну же. Отлично. Не, ну дельта-то это уже неплохо. Один контейнер забит. Хорошо, давайте назад отступим. Два контейнера у меня еще пустых. Если так дело дальше пойдет, как бы, конечно, не сглазить, то будет все тип-топ у меня. Потопли дальше. Если мне повезет, сейчас начнутся рождаться артефакты, а я прям как пылесосом пройдусь по аномалиям и соберу их. Стоп, я начал замерзать. Еще один укольчик. Осталось 17. Долго мне рассиживаться тут нельзя. Нужно искать место с костром. Тут, где же его только тут найти-то? Охота двигаться дальше, чтобы найти убежище. И в то же время неохота отсюда уходить. Сталкерская душа меня не отпускает. Говорит, ты что, куда тут артефакты могут быть?
Ай-яй-яй, чуть не засосало. Что-то я прям слишком быстро пошел. Я уже пить хочу. Но это противогаз снимать нужно. Здесь в аномальном поле я бы не рискнул это делать. Так, пусто. Ох, тут прям целая армия аномалий. Как тут пройти? Я вон туда хочу выйти. Ну что, пройду я между этих двух аномалий? Хоп, хоп, пробежал, пробежал. А тут другая меня поджидает. Сталкер, антирад. Да, поле тут тоже неплохое. Правда, всего лишь один артефакт, но зато какой, дельта. Это уже неплохо. Запомню просто это место. Если где-нибудь поблизости найду бежище какое-нибудь с костром, может быть, какого-нибудь еще НПСника встречу, там можно будет развести костер. Тогда можно будет сюда вернуться после отдыха. Так, тут по слухам есть какое-то убежище, потому что я же не просто так сюда иду, да? По большому счету, по слухам от сталкеров. Я слышал, тут можно где-то спрятаться. Какая-то пещера должна быть, ну что-то наподобие. Ну вот, где ее искать? Я знаю только приблизительно. Точных данных у меня нет. Надеяться, мне повезет. Вот, вот тут один, я не знаю, что такое один, тоже пометил по слухам сталкеров. И вот здесь, где-то вот в этом месте есть типа пещера, что ли, я не знаю. Все это слухи, слухи, все это нужно проверять. Попробую это проверить. Потому что это, если подтвердится, тут недалеко вот от этого хорошего поля. Так, через горы надо лезть. Через горы. Аномалии вроде закончились. Ух. Погнали. О, еще одно поле. Так, а мне нужно? Мне нужно через него пройти и вот дойти до сюда. Напрямки, то есть. Я не знаю, сложная задача, конечно. О, я вижу шасси самолета. Стоп. Ну-ка, спустимся. Точно. И, конечно же, аномалии, куда же без них. Часть шасси самолета. А, отлично, одна из деталей обнаружена. А что такое один? Непонятно. Шасси. Угу. Не зря сюда поперся. Уже хоть что-то. Тут еще аномалия. А мне нужно вот туда залезть, наверх, да? Наверх, даже не наверх, а мне нужно взять немножко правее. Ух ты, стоп, артефакт, щит гамма. Нормально так. Ну давай, по полшажочка, сталкер. Полшажочка, еще полшажочка. И еще полшажочка. Нет, еще полшажочка. Фух. Ну вот щитов гамма неплохо я уже сегодня нашел. Будем забивать второй контейнер. А почему бы и нет? Еще один укол. Как бы мне назад потом вернуться успеть, не потратив все уколы. Угу. А мне как раз туда и нужно, куда меня аномалии не пускают. Ну, с одной стороны, хорошо, заодно и аномалии посмотрю и попробую пройти туда.
Так, ну вот где-то в тех горах должно быть убежище. Верна эта информация, неверная, я не знаю. Пойдем проверять. Собака. Я немножко неправильно курс взял. Мне нужно в другую сторону. Опять аномалии пошли. Прям как раз туда, куда мне нужно, и стоят аномалии. Может быть, они охраняют вход? Все может быть. Да их тут нормально. По большому счету, очень даже неплохо я сегодня артефактов нашел. Хотелось бы, конечно, больше, но и так неплохо. Ну вот где-то здесь стоит эта отметка. Да фиг его знает, где тут искать эту пещеру. Давайте повыше залезем, посмотрим. Да тут это пещера или там укрытие, или что это вообще такое? Может быть, где угодно. Ну пойдем, пойдем. Отметка где-то вот в этих горах. Ну где-то здесь, по идее, должно быть. А вот камни какие-то. Камни, кстати, не похожи на остальные камни. Ну-ка, пошли-ка искать. Да. Такой типа обвал камней. Похоже на обвал камней. О, а кстати, тут может быть и пещера будет. Обвал камней. Ух ты, вот она. Ну-ка, давайте сверимся с моей информацией. Да, моя информация оказалась верна. Вот, что тут за один стоит, я не знаю. Это нужно будет проверить. А вот это... Точно, это пещера. Ух, ё, там никого не будет впереди. Мишка такой сейчас белый там спит. Да вроде никого. А тут, по идее, тепло должно быть. Так. Значка не появилось место разведения костра. Давайте попробуем, может получится. Разводит, разводит. Хотя да, точно. Костер нельзя развести на снегу. Нужна расчищенная площадка. Но здесь-то снега нету. Ё-моё. Вот эту норку я себе откопал. Надеюсь, тут белый мишка не живет. А то буду тут отдыхать, а тут бац, он придет к себе домой. Ладно, пора снимать противогаз. Я так думаю, это неплохое будет убежище, тем более рядом есть вот это аномальное поле, вот тут аномальное поле. Ну и здесь, я думаю, тоже есть аномалии. Отсюда можно прям стартовать и полазить, поискать артефакты. Давайте покушаем, попьем. Ну и, конечно, сядем, отдохнем немножко. А что у нас из еды? Жареное мясо. Ну что, какой у нас улов, так сказать, артефактов? Давайте подведем итог.
Стабилизатор гамма ищет... Ой, ё-моё, что такое? От костра. Нету эффекта. Слишком далеко сел, наверное. Надо поближе подойти. Во, все, эффект костра. Итак, стабилизатор гамма и щит гамма у меня был. Значит, я нашел два щита гамма. Щит дельта. Три щита гамма и один щит дельта. Ну, бета-щит я не считаю. Я его даже в контейнер класть не буду. Да, он, конечно, протухнет, но и фиг с ним. Это не такой уж и хороший хабар, чтобы о нем переживать. Ну, хотелось бы, конечно, побольше артов. Но зато я нашел пещерку, в которой можно будет отдыхать. Очень даже неплохо. Здесь мы останемся на ночевку и пару дней проведем, собирая артефакты. На этом все, бродяги. Всем до встречи. Всем пока. Увидимся в зоне.